Правила тонировки автомобилей знают все водители. И всем известно, что чрезмерно затемненные стекла – это административное правонарушение. Однако до недавних пор некоторых автолюбителей это не смущало. Но заплатит он штраф, невелики деньги. А тонировку не снимет, ему так больше нравится. Однако следует помнить, что к таким водителям можно принять более строгие меры. В Армавире проводятся рейды по выявлению нарушений технического регламента транспортных средств. На прошлой неделе составлено 166 протоколов за незаконную тонировку. Были среди них и особенные. В отношении четверых правонарушителей были составлены административные протоколы. Все они уже ранее попадали в поле зрения сотрудников полиции и предупреждались об ответственности. Однако незаконную тонировочную пленку со стекол своих транспортных средств не сняли. Это уже другая статья за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. И в нашем городе есть нарушители, которые понесли реальное наказание. По решению суда местным жителям в возрасте от 24 до 40 лет назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. И 20-летний правонарушитель заплатит штраф в размере 1000 рублей. Стоит отметить, что по закону за невыполнение требования полицейского могут назначить арест на срок до 15 суток. В каждом конкретном случае время выбирает суд. Кому не нравится перспектива провести несколько дней в неприятной обстановке, тому нужно задуматься, стоит ли нарушать закон. Рейды продолжатся на постоянной основе. Влада Волошина, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».